Друзья, всем привет! С вами Тамара, и вы на моем канале «Цветы у Тамары». Сегодня обзор такой будет необычный, ну, конечно же, будут комнатные растения, но фавориты уходящего года. Растения, которые мне на самом деле очень сильно нравятся, очень я их люблю. Конечно, все растения мои любимые, но среди любимых есть самые любимые. Вот перед вами филодендрон сквамиферум. Неприхотливое растение, очень быстро растет, вот с такими большими красивыми резными листьями. И черешки у листочков такие вот. С такими волосиками. Волосики такие не мягкие, даже немножко колючие. Растение получала я совсем маленькое, с одним листом или с двумя. Вот эти все листья она выдала у меня. Растение быстро растущее, совсем неприхотливое и красивое, друзья. Очень красивое. Вот такой вот филодендрон. Дальше среди филодендронов я бы выделила еще и вот этот сорт Бурли Макс. Очень красивый сорт, неприхотливый, быстро растущий, как и все филодендроны. Вот она выдала такой листик, крайний листик, а до этого был листик вот такой, почти что зеленый. Но все-таки варигатность осталась. И вот с такой желтой варигатностью листочек. Вот такой листик. Все листочки разные. У всех разная варигатность. И все они по-своему очень красивые. Красивые. Тоже быстро растет. Неприхотливое комнатное растение. Недавно пересаживала. Вот в такой 300-граммовый стакан, горшочек. Быстро Бурли Макс прошел период адаптации и начал уже опять-таки расти, выпускать новые листочки. Видите, вот еще в скором времени развернется новый листик. В общем, прекрасное растение, мое любимое и, конечно же, является фаворитом среди всех филодендронов. Ну, мне нравится розовая принцесса и другие филодендроны, но Бурли Макс, конечно, удивительный. Удивительный и очень красивый. Дальше давайте посмотрим сингониум. Среди сингониумов я выделила для себя вот этот сорт Red Spot. Довольно-таки неприхотливое растение. Растет, я бы не сказала, что очень быстро, но и немедленно растет. Получала я всего с тремя листочками или с четырьмя. И вот эти листья она нарастила у меня дома. Такой окрас листьев и форма листьев. С ушками, видите, ушки такие. И с розовой варигатностью. Красивое растение, совсем неприхотливое тоже, друзья. Дальше среди сингониумов, конечно же, фаворитом является сингониум панда. Сингониум панда быстро пошел в рост вот с такими варигатными листьями. Но варигатность тоже желтого цвета. Крупное растение уже. Получала то ли с двумя, то ли с тремя листьями, и она вот такую листву у меня нарастила. Красавица, красавица панда. Стоит на подоконнике у меня, на западном подоконнике. И вот хорошо проявляется варигатность. Дальше, друзья, конечно же, фаворитами среди агланем являются две агланемы. Это биколор. Нравится мне агланема эта за необычный
окрас, за необычную расцветку листочков. Ну, конечно, растение и растет не очень быстро. Но мы никуда не торопимся. Вот с такой варикатностью. Биколор. Очень мне тоже нравится это растение. Среди агланем, конечно же, мне еще очень-очень нравится агланема триколор. С такими круглыми листьями. И расцветка необычная, прямо вся осыпана разными горошками, разными полосками. Листочки округлой формы, очень красивые такие, пузатенькие. И она еще выдала, конечно, давно уже новые росты, но они пока стоят в одной паре. Только один ростик пошел в рост. Вот этот. Да, мне очень нравятся агланемы. Трудно выделить самые-самые. Долго я думала, какие же мне агланемы больше всех нравятся, какие же я люблю, самые любимые. Конечно, биколор и триколор. Дальше, конечно же, бегонии занимают большое место в моей коллекции. И вот эти сорта мне очень нравятся. Они неприхотливые, быстро растущие, с красивыми листочками. Сорт Грифон. Недавно я пересадила с маленького стаканчика и еще разделила. Два кустика у меня было. Вот с такими резными листьями, с таким окрасом. Очень мне эта бегония нравится, друзья. Моя любимая. И бегония, сорт вишня в шоколаде. Почти что черного цвета листочки. И вот такие горошины, как вишенки в шоколаде. Тоже, я считаю, неприхотливая бегония, хорошо растет. И с такими вот крупными-крупными листьями будет. Дальше у нас пошли калатеи. Ну, могу выделить два сорта, которые более-менее неприхотливые, не сушат листочки так сильно, как остальные. Сорт Мариан. Вот. После получения посылки, там прошло какое-то время, я разделила, кустик разделила, и прямо с пенечка вот пошел вот такой рост. Сорт Мариан. Конечно, калатеи очень красивые растения. Они ценятся за свою декоративную листву. Но они капризные и прихотливые. Но все равно мне они очень-очень нравятся, друзья. И сорт White Star. Я бы сказала, тоже не очень прихотливая калатея. С такими вот расписным, с таким расписным узором. Красоточки. Ну и, конечно, фиалки. Фиалки остаются. Как-то летом у меня немножко я охладела к ним. Перестала даже размножать. Они у меня не цвели, болели. Но в последнее время они начали цвести. Без названия сорта. Эта фиалочка у меня в моей коллекции появилась самая первая. И до сих пор она есть. С такими милыми цветочками. И другая фиалочка. Вот эти я бы выделила тоже. Она у меня появилась давно, но плохо цвела. Вот сейчас она все-таки решила расцвести. Выдала несколько светоносов. Бутончики распускаются. И с такими листочками темного цвета, с кудрявыми. В общем, фиалки снова заняли
место моей коллекции и в моем сердце тоже, друзья. Ну, в последнее время мне очень нравятся суккуленты. Сейчас я покажу новиночку, подарочек. Вот такой вот суккулент появился у меня в моей коллекции суккулентов, которая очень маленькая пока. В основном алоэ и два кактуса. Это хавортия, друзья, это хавортия. И вот тут написано хавортия фасиата. Хавортия фасиата. Вот она такая красивая, с такими прямо листьями, с такими твердыми, как будто бы панцирь. Ну, смотрите, какая милая хавортия. Надеюсь, моя коллекция суккулентов будет пополняться. Такая красоточка, друзья. Вот, друзья, на сегодня такой был обзор. Мои любимчики, мои фавориты уходящего года. Все свои растения я люблю, обожаю. Среди любимых, конечно же, есть самые любимые, друзья. Я думаю, у всех. Вот так вот. Всем самого хорошего, доброго. Еще раз наступающим Новым годом. Удачи, везения, добра, здоровья в Новом году. Моим друзьям по 100 тысяч подписчиков желаю. Желаю огромные просмотры. И комментарии тоже, друзья. До свидания.